Всем привет! Это видео будет посвящено на тематику юмор, а также мы рассмотрим в этом видео очень совершенно секретную информацию по поводу моцов. А потом в конце видео мы разберемся с приятелем, здесь пролетел какой-то парень 13 уровня на нашу территорию. Вот. В общем, поговорим о монстрах. Итак, разработчики перешли на что-то тяжелое. То есть, кроме того, что в магазине теперь выносливости можно купить за 210 штук в день, разработчики еще урезали монстров. Теперь за 100, если вы атакуете 100 монстров в день, вы получаете 100% награду. После 100 до 150 монстров вы получаете 80% награды. А если вы больше 150 бьете, то вы получаете 50% награды. Итак, если вы копили выносливость, как это делаю я, каждый раз, каждый день покупая выносливость по 10 штук, то, возможно, вы не сможете ее использовать в одном событии. То есть 1000 монстров в день вы уже не убьете. Информация пока что официально секретная. Поэтому все-таки имейте в виду. Так, теперь сюда к нам прилетел какой-то парень, он молчит, я посмотрел его профиль. Он вообще никого не атаковал. Ни разу я не знаю, кто это, но он молчит, партизан. Вот я не знаю, как с ним разобраться, если сейчас его атаковать, например. Эх, вот он наш друг, 42 тысячи. Если его атаковать, потом зайдет, обидится, может мы в него с пушки выстрелим. Все знают, да, как работает пушка? Сейчас. Залп, огонь, она выбивает 8 тысяч защиты одним выстрелом. Так, огонь. Кстати, пушка работает пока что не во всех королевствах, так же как и дерево жизни, поэтому обзор только пушки есть в версии 2.3.0. Для тех, кто не знает. Так, кажется, он загорелся. Так. Еще один выстрел. Пробуем. Так. Интересно, он улетит или нет? Так, ладно. Пушку заряжает, кстати. Ой, 10 минут надо ждать. Ладно. Будем ждать. Итак, 10 минут у нас прошло. Сейчас мы еще один раз разведаем его. Посмотрим, сколько у него осталось защиты. Пушка выбивает 8000. Так, что-то разведки. Да. Так. Защита у него осталась 1400. То есть еще один выстрел и ему хана. Да. Так, где наша пушка? Где наша пушка? Пушка. Ага. Произвести залп. Кстати, заряжать ее нужно. То есть, откуда берется энергия? Энергия берется, когда вы вносите средства в склад Альянса. Уже нету средств. Надо вносить. Я вношу еду. Пока да. Так, теперь наша пушечка. Готовься. Залп. Батарейка. Огонь. Пуф. Вау! Он улетел! Как все? По-дружески так договорились. Ну вот как работает наша пушка. Ну на этом все. Мы добавим это в раздел юмора. И оставляйте свои комментарии по поводу озвучки. Если вам нравится такая озвучка, то мы будем делать такую озвучку. Всем удачи. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.